это мы говорим про ноги. Хорошо? То есть не важно, это не означает то, что руки должны быть только так. Руки мы в следующее занятие поменяем. Будем вести другой рукой, а вот ноги бонус, это он. Поехали, да? Запишем. Раз, семь, восемь. И раз, два. И три. Раскрытие. И раз, и два. И поворот. Чик, жинга. И поворот на базу. И у, чик, 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 чик. Да? Ну и теперь по деталям. Так, мы сделали латерал. Дальше девочка слева. У нас парни был, отпускали левую руку, делали шаг в сторону, рука шла к плечу. Затем мы делали шаг к партнерше или под себя, в зависимости от дистанции будете подбирать. Делали шаг на месте. Дальше руку раскрывали в сторону и продавливали наш баланс. Позиция называется баланс. Мы наступали под собой, в конце наша правая нога скользила в сторону, и мы уже вот начинаем движение. Здесь, парни, мы очень часто выходим на линию с партнершей, поэтому движение мы начнем за нее. Нам важно повести сначала девочку в сторону, то есть дайте понять, куда будет движение. И только когда она уже начала двигаться, мы начинаем наше движение закручивать. То есть я показываю движение влево, и затем начинаю свой поворот. Здесь дистанция у меня постоянно большая на вытянутую руку, я ее не съедаю. Это может еще произойти, если девочки очень быстро под руку подкрутятся. Так делать не надо. Первый шаг – перенос веса. Перенос и потом плавное вращение. Чи, чи, жинга. Поворот опустили руку после жинги. И здесь отправьте, отпустив пальцы вниз.